Один пионер признавался на сборе. Он дрался, курил, он сидел на заборе. Он вылил чернила на классный журнал. Но он поведение свое осознал. Теперь он исправится раз навсегда. Он вырастет, будет героем труда. У мальчика слезы текут по лицу. Бедняжка, как тяжко сейчас сорванцу. Быть может, вожатый достанет платок и тоже заплачет, но нет, он жесток. И у ребят равнодушные лица, мальчишка сквозь землю готов провалиться. Он плачет, он клятвы дает без конца, но что-то у всех очерствели сердца. Тут надо добавить подробность одну, в 15-й раз он клянется звену. Прощение на сборе, а утром он курит верхом на заборе.